2, ce urgență aveți? Apelul dumneavoastră a fost înregistrat. Așteptați intervenția. Единой национальной службе экстренной помощи 112 исполнился год. В течение этого периода операторы ежедневно принимали не менее 12 тысяч звонков. Общее количество запросов достигло 3 миллионов 900 тысяч. Как сообщила сотрудник пресс-службы 112 Анна Карпович, в этот период большинство звонков было направлено в скорую помощь, около 80%. На втором месте полиция и последние пожарные – 2,5%. С точки зрения географического положения, большинство звонков поступают из Кишинева и Бельц, а также Аргеевского и Еловенского районов. В службе 112 работают 82 оператора. Она работает круглосуточно, все звонки бесплатные для звонящих как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Система начала функционировать в конце марта прошлого года и окончательно была введена в эксплуатацию в конце июня. Месаж, по которому мы хотим трансмитим читателям, это апеллезе на 112 только в казурле де урженце. Апелурле нон-ургенте, фальсе и абузиве пот пуне в перикол вяца алтуй ом. Apelați serviciul unic 112 doar atunci când aveți nevoie urgentă de pompieri, ambulanță sau poliție.